Добрый день, уважаемые подписчики и гости канала. Двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева пока не знает, какие соревнования станут следующими в ее карьере. Медведева не выступала на соревнованиях текущего сезона из-за травмы спины и вирусного заболевания, но была приглашена на показательные выступления чемпионата России в Челябинске в декабре. После сентябрьских контрольных прокатов сборной России Медведева приняла решение прекратить сотрудничество с канадским специалистом Брайаном Морсером и вернуться в команду Этери Тутберидзе. Единственная вещь, которую я могу сказать сейчас, это то, что я делаю все, что могу, чтобы поправить свое здоровье и не ухудшить его. Ведь только так я смогу участвовать в соревнованиях. Так что я не могу сейчас ничего сказать про то, какие соревнования будут следующими. Ведь все иногда меняется, а сейчас особенно быстро. Но я делаю все, что от меня зависит, чтобы оставаться в форме, сказала Евгения Медведева. Евгения Медведева поделилась впечатлениями от выступления Анны Щербаковой на чемпионате России. Медведева сравнила Щербакову с супергероем. Все тренеры были в слезах после ее произвольной программы, потому что знали, как сложно все давалось для Щербаковой. Конечно, это были слезы радости, ведь она вышла победителем из всех неприятностей. На этих соревнованиях Аня была просто супергероем и суперженщиной, рассказала Медведева. Я очень горжусь Аней, знаю ее с 6 лет. У нее было много проблем со здоровьем перед соревнованиями в Челябинске. Очень рада за Щербакову, добавила Медведева. Щербакова в декабре выиграла чемпионат России в Челябинске, выступая на фоне проблем со здоровьем.